или решка? Всем привет! Это Орел и Решка Шоппинг! И мы в Иране! Наконец-то! Наконец-то ты спрятала все свои прелести, и наша съемочная группа будет работать спокойно. Что наконец-то? Я теперь не знаю, как торговаться, торговаться. Если что. Какие торговаться? Бери 100 долларов и вперед. Вся закутанная в платке. В смысле 100 долларов? Знаешь ли, в этой стране мужчина всегда прав. Нет, мы так не договариваем. Давай, конечно. Ага. Все придумал. Давай бросай монетку. Ой, ладно. Орел. Решка. Ну так... Это орел. Это же орел? Нет, нет, нет. Это 100% орел. Подожди, подожди, орел. Стой. Это решка, вот. Где? Решка, потому что цифры. Это сердечко вообще какая-то. Это не сердечко, это цифры. Это решка, это решка, это решка. Это же несерьезно. На, все, свою карточку, блин. Постоянно. Что? Егор, женщинам в этой стране и так сложно. Так что это все справедливо. Купи себе мужика. Хотя бы золотая карта. Это уже хорошо. Потому что так, конечно, вообще с этими платками. Вот кто вот придумал, что их надо вот так вот... наматывать на себя. Вот кто вот это вот придумал? Вот кто? Да что ж ты будешь делать-то? Что мы знаем об Исламской Республике Иран? Это страна пустынных гор, заброшенных городов и огромных запасов нефти. Здесь живут по строгим законам ислама, и все соблюдают правила шариата. Многие боятся сюда приезжать. Есть стереотипы, что здесь толпы религиозных фанатиков-революционеров. Женщинам все запрещено. За кражу здесь отрубают руки, а за убийство и шпионаж публично вешают на краны. Но так ли это сейчас? Иран долго был изолированной страной и только недавно открылся для мира. И мы сразу же приехали сюда. Иран – настоящая восточная сказка. Здесь сохранилась древнейшая культура и оригинальные персидские изделия. И она не разбивается. Несмотря на запреты, женщины выглядят стильно и даже провокационно. Это топ под названием реинкарнация. В Иране туристов очень ждут. Вас накормят. Напоят. Ага, пахнет мыльцем. Погадают на любовь. Маша влюбится в Егора. И только здесь вы купите самый странный, но очень полезный сувенир. О, ну я буду шикарен. Вы готовы к такому шопингу в Иране? Тогда вперед!